вот ты показал сейчас выходы на ноги снизу, а сверху ты выходишь на ноги? Конечно. Какой твой любимый выход сверху? Любимый — это заход в позицию квадрокарп. Здесь любимый, то есть я контролю его ножки, делаю движение в него, и как только он начинает возвращаться обратно, я контролю таз и начинаю переступать. Здесь я выхожу с позиции наездника, я называю, то есть когда я сижу на нем. И здесь у меня очень много траекторий, то есть здесь очень много нюансов, это тоже на часа три где-то, наверное. Здесь я засовываю ручку, перехожу и опять же контролю, двигаясь пяткой. То есть это как вариант. Из базовых дрилов это, естественно, вставить стопу, толчок завел ножку. Как вариант, очень много позиций с зигаром. То есть когда меня атакуют, наоборот, снизу, он выбирает свое колено, я контролю его ножку, вставляю уже контролю здесь. Из базовых тоже движений я нахожусь с другой стороны зигарда, я сбивляю ножку, вставляю хук, делаю движение через него, захожу на эту ногу. То есть вариаций очень много, но принцип и суть, короче, одна. То есть надо просто сделать под себя, и я считаю, что основной принцип — это локти, делать себе пространство, естественно, тайминг и все это дело.